17 декабря в городе Балтийске Калининградской области делегация городского округа Серпухов поздравила экипажи малых ракетных кораблей «Серпухов» и «Зеленый Дол» с годовщиной поднятия военно-морского флага. Малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол» были спущены на воду со стапелей Зеленодольского завода имени Горького. Год назад, 12 декабря 2015 года, над палубой был поднят Андреевский флаг. Временной отрезок небольшой, но и немалый. Особенно, когда за этот год корабль успел выполнить ряд задач по охране морской экономической деятельности Российской Федерации. Освоил новое вооружение судна. В составе корабельной ударной группы продемонстрировал флаг Российской Федерации в Черном, Эгейском, Средиземном, Балтийском морях и Атлантическом океане. В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Черноморского флота, делегация от городского округа Серпухов и Зеленодольского муниципального района. Поздравить экипаж корабля, носящего название «Серпухов», приехали заместитель главы администрации городского округа Андрей Севрюгин, вице-президент Института инженерной физики Виктор Гусев, генеральный директор ОАО «РАТЭП» Марат Изгуддинов. Предприятие входит в состав концерна «Алмаз-Антей» и поставляло вооружение на малый ракетный корабль «Серпухов». Название кораблю было дано в честь места базирования завода. Всему миру известно, что наша армия, она самая сильная и непобедимая. И когда видишь такой кадровый и технический такую мощь, понимаешь, что это действительно так. И что наши рубежи, они действительно под надежной защитой. Администрация Серпухова подарила команде подшефного корабля спортивную форму с символикой городского округа и обещала и в дальнейшем оказывать шефскую помощь кораблю, прославившему гордое имя Серпухов.